Всем привет и добро пожаловать на канал Experience Games. У меня Скиф, мы продолжаем играть в Don't Starve с модами. В прошлой серии мы занимались тем, что строили базу. Кстати, где-то у меня тут что-то, какую-то дичь писали, что есть. А, вроде все я убрал из инвентаря, то, что было не нужно. Сейчас, в общем-то, ворачиваемся на базу с целью того, чтобы... ну, во-первых, отхилиться нам, кстати, бы не помешало. Продолжить постройку. Ну, там, по сути, мы застилаем просто... Кстати, осень, надо бы селитру выложить. У нас еще тут рубинчики. У, тут еда есть. Интересно. Так, ну это мы пока что сюда приспособим. О, у нас яйца с беконом имеются уже и так, и там. Хорошо. Эти втельки. Это тогда можно сразу в пищу потребить. Мяса монстра много, надо пожарить и, в общем, яйца сделать. Плюс я же грядки делал. То есть можно варениками отхилиться будет. Да, у нас тут полностью уже урожай готовый. Что еще получается? Ковер. Так, ковер я вот здесь хотел постелить. Давайте сейчас посмотрим, что у нас из этого всего получается в итоге. В принципе, насколько это все красиво. Но пока что, в принципе-то, ничего особого. Просто немножко мрамора по центру и ковер по бокам. Какая-то такая планировка. Твою мать. Ты будешь? Нет? Он не хочет, он щелкает, на что попало. Давай повернем вот так, может быть. Аккуратненько, да, вот застелить, если видно, то все, в принципе, застилает. Тут еще вон мрамор валяется. Все. Так, подожди. Подожди, как у нас было? Вот как-то так, камера, я обычно люблю, ну, камеру более-менее в одном положении держать, чтобы ее потом не запутаться, ну, в общем-то, в ней. Давайте пока вот эту всю тему сюда уберем. В дальнейшем, может быть, как-то расширяться будем. Стоит помнить про рог стража, который у нас есть. Но для того, чтобы его удачно скомбинировать и сделать гончую стреляюлюс, нужно именно что? Глаз циклопа, которого у меня пока что нет. Мышиная бита. Давай, кстати, вот этот пояс возьмем, чтобы еще и не голодать совсем. Пояс голода. Ну, то есть он работает так, что мы, в общем-то, будем гораздо, гораздо медленнее про... Есть хотеть, в общем. Если в двух словах. Так, что у нас тут? Паучьи железы есть. Давай сюда пепел. Так, у меня уже очень много просто клыков гончих. А камни откуда? Ладно, это пока не суть важно. Давай селитру скинем и... А рубинчики тоже скинем. Рубинчики у нас, по-моему, где-то были в каком-то объеме. Или уже нет. Я вот этого конкретно не помню. А нет, есть. Окей. Так, это у нас охлаждаться, это есть хиляться, это всякое такое. Кстати, жара же нам пока что не грозит. Это можно и скинуть. И давайте вот этот весь урожай соберем. В принципе, мне тут как бы ничего не прельщает в плане того, что тут имеется. У нас просто морковка, кукуруза. Все это не то, что бы хотелось. Еще, может быть, вот этот куст отсюда нафиг вырыть. Тоже как вариант, что он нам тут как бы особо-то не нужен. Так, семян маловато, кстати. Ладно, сейчас придется что-нибудь раздобыть. Так, давай. Давай мясо монстра пожарим. Нужны яйца. Так, пока что то, что имеется, посадим. Так, вон там пятая семечко, я вижу. Окей. И что еще можно тогда сделать? Можно просто скормить, к примеру, кукурузку. Нифига себе, три семечки, супер. Две из них, правда, кукуруза. Ладно, кукуруза норм, более-менее, плюс-минус. Давай мы тут посадим кукурузу просто. Там будем разбираться. Пока что семечки опять копить придется. Так, у нас дело к ночи, между тем. Давай немножко разведем костер. Фу, такс. Да, тем более, что нам понадобится для того, чтобы мясо обжарить. Я думаю, просто варениками немножко отхилиться. Еще плюс немножко поспать в палатке. У нас паутины более чем достаточно. Поэтому, ну, как бы особо большого смысла в том, чтобы экономить палатку, я не вижу. Да, вот так вот просто скормим. Так, топово. Так, отсюда не влазит, окей. Что у нас здесь получается? Вареники, отлично. Так, это забрать. То есть это
И вот это. Все, вареники выходят. Супер. Так, а что у нас место занимает вообще? Семечки. И у нас вообще еды много. Тупо много еды. Это внезапно недостаток. Давай вот это съедим. Тогда выложим. Такс. Ну и вареники на утро пригодятся. Сейчас немножечко поспим. У меня еще пояс этот. Все, отлично. Давай варениками догонимся. Отхилились. У нас, правда, еще сотку бы выхилить. Поэтому давай, наверное, еще вареников забодяжим. И погнали. Ну, вот так проканает, проканает, окей. Так, жди, а если так? Тоже проканает, окей, сойдет. Сейчас две порции вареников с собой возьмем. В принципе, можно будет бежать. А бежать нам надо именно что в подземелье опять. Я хотел найти королеву этих кроликов, которая у нас с одной из модификаций добавляется. Так, давай пока поезд это оденем, чтобы особо не голодать, опять же. Вроде рассудок ничего нигде оно там не понижает. Ну, по идее, не должно. Было бы странно, если бы понижало. Так, на вареники, по идее, кролики не должны, да, говорится, это ж... Не с мясом вареники же. Ну, как бы мясо в готовке-то участвует, но по идее нет. Наггетсы, наггетсы. Наггетсы, по идее, с мясом всегда. Ну, я как бы не особо лютый кулинар, но по идее, да. По идее, наггетсы, они так или иначе с мясом должны быть. Как мне кажется, по крайней мере. Ладно, погнали туда. У нас единственное, что шахтерская каска разряжена. Нам получается, надо будет сразу как-то ее заряжать. Здесь-то у нас... По идее, мы уже что? Мы дофига всего успели сделать на карте. Какой у нас там уже день? Мы тут все как бы избегали. В целом, открыли. Болото тут все такое, да? Единственное, что подземелье они все доисследовали. Мы уже и с боссами с какими только могли схлестнулись. Я думаю, потихонечку у нас более-менее к финалу будет приближаться... Этот сезон Don't Starve. Но просто потому, что как бы особо не осталось того, чего бы мы не сделали. Вот мне сейчас охота по большому счету найти только королеву кроликов, если она заспавнилась. А так я в принципе не знаю, чем еще заняться. Потому что, ну, по идее сделали все. Из основного боссов победили разных, убили... О, что там, какая-то война идет, ладно, погнали. Убили пчеломатку, убили там и драку... Барсука шестистого этого носорога древнего стража убивали. Ну, короче, много чего уже сделать успели на самом деле. Я уж молчу про кошмаров, которых просто в каких-то бесконечных количествах истребили. Так, а что, она у меня вообще не заспавнилась, по идее, да, что ли? Давай-ка прочекаем, где мы тут вообще не были. Вот у меня такое чувство, что она не заспавнилась почему-то, да? Такое может быть вообще? Вот этот вход у нас получается в руины. Текс. Вот тут что-то может быть, нет вообще? Ну, вот единственный вариант туда сбегать, а вот чисто прочекать. У нас там еще питомцы есть, конечно, которых типа можно забрать. Но вот здесь вот нигде. У нее, по идее, она, походу, не заспавнилась, либо тут еще где-то какие-то руины водятся. Ну, кстати, что может быть? Поэтому такое. Тут еще у нас черви лазят. Ладно, я тут, наверное, броню одену. В принципе, еда какая-то имеется. Давай, кстати, даже подъедим. Заодно подхилимся. Сейчас с этими червями их тоже уже наубивал столько, что не хочется как-то еще раз связываться лишний. Просто давай нафиг сваливать отсюда. Так. Все, от души так зарядили. Ну и погнали это дело прочекаем. Если что, вариант еще поискать какие-нибудь другие руины. О, ну, это вход в подземелье. Там, по идее, у нас были какие-то входы еще. И, возможно, там. Ну, короче, стоит эту тему проверить. Сейчас здесь немножечко чекнем. Ну, вдруг. Вдруг. Что вот здесь-то у нас кролики есть. И вдруг вот здесь какой-нибудь, да, там такой маленький биомчик зачесался. Просто перестраховаться имеет смысл, наверное, проверить. В принципе, в оконцовке сезона я придумал, что сделать. Поэтому я думаю, скоро. Совсем скоро.
будем заканчивать. Потому что, ну, здесь можно еще выживать, конечно, 100 и больше дней. Но смысла в этом я сакрального не вижу. Так, в принципе, как вот в этих рубинах. Так, питомчиков я тоже спасать не буду. Я этих успел уже устать от этих питомцев. Они по большей части, ну, как бы, просто достают. Он достает их кормить нон-стопом. Так, кролики, надеюсь, вы понимаете, что вареники это не мясо ни разу. Иначе у нас проблемы, если они этого не догоняют. Так, вот здесь у нас что-то есть, смотрите, да? Только, походу, просто камень и нет никакого биома. Или есть? Не, ну, так, территория, конечно, ну, относительно большая, но, походу, ни разу не руина. Ну, и не это, не подземелье, где может быть королева этих кроликов. Так, ну понятно, короче. Давай еще здесь сейчас посмотрим. Здесь у нас, кто у нас там, пауки. Небольшое их количество. Так, еще и кошмар появился. Ну супер. Ну ладно, сваливаем тогда. Просто кролики носятся. В смысле? Ты че? Короче, он не одобрил вареники, я так понимаю. Они у нас, походу, явно с мясом. Серьезно, что, вареник с мясом, что ли? Ну, допустим, ладно, фиг с тобой. Давай пояс голода пока оденем. И пойдем куда-то неведомо. Ладно, давай сейчас наверху прочекаем, где у нас еще входы в подземелье есть. Ну, сагрили. Попробуем найти какое-то другое подземелье, чё бы и нет. Есть такое тут водится. И, быть может, там вот уже есть королева этих кроликов. Хотелось бы верить. Если у нас есть еще где-то входы. По-моему, где-то что-то было. По идее, на карте же оно должно как-то отмечаться, выделяться. Тыкс. Ну, в принципе, все, хотя бы этого. Хотя бы лампочек набрали, чисто так, чтобы позаряжать нашу шахтерскую каску. Так, тут практически ночь, а мы тем временем давайте-ка чекнем. Вон вход есть, сразу погнали, посмотрим, да это другие руины или это то же самое. Ну, подземелье в смысле, да? Я уж просто запутался с этими тугезерами и так далее. В тугезерах там все между собой соединено. То есть здесь же, по идее, они могут как бы, ну, разниться между собой. И если там другой, то там может быть что-то интересное. Тогда имеет смысл еще побегать, поисследовать. Потому что так-то мы уже все исследовали. Так, погнали. Да, у нас пошла, ну, генерация мира подземного вот этого. По всей видимости, это какое-то другое подземелье, да? Да, это новое подземелье. Ну хорошо, давайте тогда здесь как бы и поизучаем его. В принципе, это именно то, чего я хотел. Новое подземелье, в котором, быть может, есть все-таки эта королева, на которую я хочу посмотреть. Ладно, давай отхилимся, чтобы нас уже по-любому кролики не трогали. У нас есть пояс голода, он нам поможет. Вот это всякое тоже пособираем. Ну и, в принципе, в таком вот виде можно вполне себе здесь побегать. Насколько оно большое? Насколько я помню, вроде как основное большое, а вот эти дополнительные какие-то подземелья, они не особо больших размеров. Ну или, быть может, я что-то не то помню, это все, возможно, генерация, и, может быть, именно что и большие здесь. Кто его знает? Ну сейчас в любом случае мы это проверим. Так, какая-то битва. Понятно, какая тут битва. Хотя я не очень хочу смотреть и участвовать в ней, как бы. Давайте-ка сваливать. Ага, летучие мышки. Иди лесом. Так, фаталити. Просто фаталити. Отлично, у нас щупальца, оно как бы ваншотает всю эту тему. Поэтому трудностей не должно быть каких-то особо лютых. Так, что у нас тут, самородки, всякое такое.
Иди сюда. Ну, камон, камон. Зараза. Ты, вот, типа, мне очень надо. Летай сама за мной, что ли. Тут еще вон грибные деревья всякие растут. Давай, иди, иди. Чё хотели? Так, единственное, что я не вижу растения, нам бы как бы, еще бы, ну, лампочек бы побольше. Ну да ладно. Тут какие-то другие немножко биомы. По-моему, в том подземелье не было грибов особо, вот, тем более в таких больших объемах, ну, типа грибных деревьев. Походу, фишка этого подземелья именно в этом. И где-то че? А, болотный монстр? Серьезно? Это болото такое, что ли? Я что-то не понимаю, в болотах, по всей видимости, но это не очень похоже на болото. Так, ну, деревья грибные, наверное, долбать тоже не буду, смысла это не так, чтобы много. С них гриб, конечно, дропается и дрова, но мне ни то, ни другое особо-то и не надо. Поэтому давайте просто прочекаем все это грибное подземелье. Не, ну, очевидно, здесь у нас... О! Баска. Интересно. Так, фонарик. Спальничек. Так. Кирку давай выкинем. Спальник в хозяйстве пригодится, быть может. Даже я даже не знаю, может и нет. Ну, здесь, само собой, гниль. Тут что? Паутина, золото. Так. Ладно, веток. Так, еще спальник. Ну, мне спальников дофига хватит, наверное. Эти-то некуда девать. Но это неплохо в любом случае, как бы халява. Да, и там, смотрите-ка, болотный монстр тусует. Реально. Так, это у нас полянка из синих грибов. Тоже такое видали не раз. Че, как бы... Кролики-то тут водятся, нет? А тут еще одни руины есть, кстати. Если есть еще одни руины, то было бы круто на самом деле. Давай сейчас пока тут как-то вот так вот побегаем. Главное, чтобы этих пауков всех сейчас не перебудить. Если что, на свое время надо тульцитовую броню одевать. Иначе меня нафиг просто тут размагнитят. В принципе, вот такие биомы бывают входы в руины. По-моему, вот так вот чисто. Я не помню, что я два раза руины находил. То есть, ну, в двух разных подземельях. Хотя я никогда такой целью не задавался, вот, откровенно говоря. Кстати, напишите в комментариях, если вдруг у кого-то что, какие ситуации такие были. Может, кто находил два раза руины в двух разных подземельях на одной сгенерированной карте. Было бы занятно почитать, если, ну, действительно такое происходило. Возможно ли такое вообще? Вот я что-то в этом не уверен. Мне кажется, руины не всего одни, а вот подземелья несколько, может быть. Вот, кстати, лобстер, здрасте. Какой-то большой биом. В котором, тем не менее, что-то как-то ничего нет. Кроме парочки пауков. Ну и лобстера. Немножко унылого. Че, серьезно, больше ничего? Ну, кстати, фонарем разжились. Я даже не знаю, может, фонарь поиспользовать немножко. А смысл? Фонарик можно оставить, но потом. Так, жди, пауки, ребятки. Сори, сори, нечаянно. Понял, больше не буду. Так, я надеюсь, я не отстану сейчас как-нибудь. Здесь тоже нифига. Ну, что-то да, походу не водится вторых входов в руины, вторых руин. Хотя было прикольно. Хотя, почему бы и нет, наверное, да, там, типа... Два рога стража добыть, сделать два огонь, со стреляли у тебя вот этих вот. Было, по крайней мере, здорово. Вот так вот, чисто если подумать-то, да? Ну, здесь у нас нету никакого такого камня входа. Сейчас еще немножечко здесь пробежимся, вот сюда вот вниз, наверное. Посмотрим на предмет чего-нибудь такого хорошего. Ну что-то мне подсказывает, что нифига тут нет. Хотя бы просто бы королеву кроликов найти.
Я бы уже был бы рад. Это бы уже была победа просто. Просто победа. Кстати, у нас голод как 153 есть уже. Что-то давненько он 153. Ну-ка, надо после... 152, на, он потихонечку так убывает. Отлично, отлично. Поезд справляется со своей целью. Он, правда, сам тоже тает. Но по идее... Так, ждите, да. Зеленые грибы я, наверное, пожалуй, пособираю. По идее, пояс можно чинить этим набором швейным. Я так понимаю. По идее, по логике даже должно быть так. Так, вот это все надо подсобрать. У нас немножко рассудок просевший за счет того, что по подземелью шарохаемся. Пока что, кстати, никаких следов кроликов. Их, кстати, может быть и не быть здесь, по идее. Я бы еще на самом деле в те бы руины прогулялся, там, ну там проблема, там в очень неудобном месте у нас расположены эти алтари, где можно что-либо скрафтить. Там просто битва не на жизнь, а на смерть будет, чтобы еще раз туда пробраться. Там очень это неудобно. Ну, типа лабиринт пройти, потом там еще куча кошмаров понаспавнится. Потому что по-любому там за это время не успеешь все сделать, что хотел, убежать. Там, да, там крайне какое-то неудобное место, кстати, золото. Золота, по-моему, мне не так, чтобы много, поэтому, наверное, имеет смысл собирать периодически. Я бы гуаном тоже в идеале бы пособирал, но что-то не так сильно я занимаюсь этими грядками всеми. Так, ну ладно, мы, получается, назад вернулись, по сути. Вот эту часть мы уже исследовали, здесь нифига нет. Ну, как бы, кое-что было, конечно. Но то, что интересно конкретно нам, там нет. Поэтому сейчас спокойненько, тихохонько вот сюда вот двигаемся. И пытаемся все-таки что-то полезное нам отыскать. В плане там входа в руины. Если такой существует второй. Либо же... О! Либо же королеву зайцев. Ну или хотя бы кроликов. Ну или кто они там. Вот они, кстати, ребятки. Отлично. Так, а кто тут орет так? Ага, у них битва с пауками. Так, ребятки, а водятся ли у вас тут какие королевы, не? Вот так вот чисто посмотреть. Нифига тут батл. Смотри-ка. Жесть, что происходит, а? Так, ну ладно, не будем мешать им, как бы без нас весел. Вход в руины. Офигеть, еще один вход в руины. Серьезно, да? Еще один вход в руины. Да ладно. Просто офигеть. Ладно, давайте-ка сейчас немножечко все-таки исследуем здесь местность. В принципе, у меня какая-то еда есть, грибы есть. Вполне себе можно существовать и так, я думаю, да, там в руинах. Но у меня с собой броня и все прочее есть. Ну, подожди. Подожди. В принципе, не проблема выбраться и потом уже забраться, подготовившись. Вот что я думаю. Единственное, что я бы хотел посмотреть, есть ли здесь королева. Может ли быть тут такая? Ну, тут кролики есть что-то как-то. Как-то не так, что много. Да, там у нас еды много наготовленной. Наверное, имеет смысл сбегать и потом пойти в руины. Но вот пока что есть у нас цель. Еще вот эти руины зачекать. Еще, наверное, древнего стража тогда шатнуть. Пишите, в общем, что вы думаете по этому поводу, да? Какие цели, быть может, стоит перед собой мне поставить. Так, ну сюда нам явно не стоит двигаться уже. Да, походу она, ну, как бы не заспавнилась или что, или мод этот что-то как-то не сработал. Все-таки, ладно, это модификация, что от них особо такого ждать, они вполне себе могут некорректно как-то работать. Хорошо, я тогда думаю, мы пойдем подготовимся, заберем еду там, сбросим лишнего. И пойдем тогда эти руины смотреть. Тем более, что нам мешает, ничего особо не мешает это сделать. Ну а на этом тогда всем спасибо за просмотр, не забываем подписываться на канал, ставить лайк, если вам понравилось, и всем всего хорошего. Пока-пока!